Всем здорово. Сегодня я покажу тесты Fly IQ 4091. Так, сейчас глянем, что у нас там. Тут покажет. А показывает он у нас 13746 баллов. Так, здесь есть уже тест стабильности я сделал. Так, что дальше у нас инфа по девайсине. Так. Здесь 2-битная система, разрешение экрана. 1 гигабайт узлу. 4 ядра. Частота максимально 1,2 гигерца. Так, размер дисплея 4 дюйма, плотность PCI 240 dpi. Мультитач тест у нас тут на 2 касания. Ну и их вполне достаточно. Так, основная камера 5 мегапикселей, фронтальная камера 2 мегапикселя. 42 грамма вес. Так, сейчас посмотрим, что это у нас за девайс показывает. Так, Wi-Fi есть, Bluetooth есть, понятно, компаса нету, радио нету. Ну, самое основное, здесь все есть. Датчик температуры нету, датчик давления нету. Так, вспышка есть. Так. Чего мы еще не посмотрели? Рейтинг. Ну, на первом месте, конечно, здесь. Думаю, делается, само собой. Аж на последнем месте. Ну и заключение, конечно же, после 3 месяцев использования этого аппарата, что я могу сказать, так это девайс, в принципе, работает стабильно, все в порядке, батареи хватает на 2-3 дня, при том, что Wi-Fi постоянно включен. Ну так все работает очень даже хорошо. Камера, кстати, классная. Здесь есть даже съемка видео, и видео он снимает с автофокусом, что очень хорошо. Автофокус, это супер. В целом, телефоном доволен. И по 12-бальной шкале могу его оценить где-то, ну, баллов 8. 8,5. Все, всем спасибо, до свидания.